Всем привет! Если вы считали, что трекинговые кроссовки не могут быть мягкими и комфортными, то внимание на экран. Сегодня в нашем обзоре модель Anaconda Light 5 от норвежского бренда Viking. Данная модель является нестандартным суровым образцом трекинговой обуви. Верх выполнен из мягкой синтетической ткани с усилениями из полиуретана. Кроссовок мягко облегает стопу и по ощущениям приближается к беговому варианту. Несмотря на это, передвигаться в нем можно и по достаточно сложному рельефу. Шнуровка BOA легко и надежно фиксирует стопу, и затягивать вы ее можете даже одной рукой. Что касается подошвы, то производитель установил в данной модели зубастый и при этом мягкий вариант от фирмы Michelin. Широкий профиль и разнесенный протектор будет неплохо удерживать вас на рыхлом грунте, а мягкий состав компаунда будет отлично прилипать даже к влажному камню. Так что данный вариант можно смело называть универсальным. Что касается внутреннего наполнения, то мембрана Gore-Tex на месте. Благодаря мягкой подкладке кроссовок будет сохранять комфортный микроклимат практически при любой погоде, которую вы можете встретить при прогулках в горах в летнее время. Берегите ноги и до встречи в нашем магазине на Saikino 4.